Вот так выглядит дорога Севастополь-Ялта. Мы под Форосом. Вот такой вот туман. Ничего не видно. Где море? Где горы? Одна догадка. Да, Этуалька? Этуалька. И, кстати, сегодня 25 марта. В Симферополе солнечно. Бахчисарай солнечно. А? Море греется. И нас уже зовут. Итак, мы сегодня в Кострополе 25 марта 2023 года. Очень-очень сильный был туман. Сейчас туман проходит, но ветер, никакого солнышка. Этуаль хочет на море. Этуаль хочет на море. Подождите, я с ней спущусь. Это ж ей надо туда сходить, смотри. Сюда? Мы вот сюда. Да, да. Давай, стой, я тебя отпущу. Стой. Стой. Никого нет. Это тут собачки местные. Быстро сюда, давай, 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 давай. Так, так. Девочка, которая очень любит пляж. И пока здесь никого нет, мы воспользуемся ситуацией. И покайфуем. Побежали, побежали, побежали. Вот так. Всем друзьям и подписчикам привет из любимого нашего Кострополя. В честь этого прекрасного места. Только старинным названием назван наш питомник Костропула. Потому что очень многие спрашивают. Побежали ко мне быстро. Догони, 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 догони. Эточка, бегу. Пробежаться. Быстро ко мне. Это, бегом. От же чичундра. От же чичундра булечья. Так, немного воды вам морской. А чего здесь такая погода сегодня? Везде солнечно, а возле моря здесь так будет практически всю весну. Ну, не всю, но часто. Потому что, ребята, греется море. Это ко мне. Нет, мы идем сюда. Греется море. И когда морька греется, везде уже солнышко. А здесь вот так вот туманный Альбион. Вот такое чудесное место. Ну, оставайтесь с нами. Так, а мы сходим на причал, покажем нашим друзьям и подписчикам, и всем нашим близким, и всем, кому интересно. Причал Кострополя. Он, конечно, после зимы. Вот эти вот металлические ограды выглядят не акти. Ну, нормальный, рабочий причал. Летом здесь ходят прогулочные катеры. Они такие, как рейсовые раньше были, сейчас прогулочные. Так, нет, милая, это собака, у которой нет краев, которая может спокойно пойти, но не боится высоты. Очень красиво, сейчас мы до самого конца дойдем. Вот обычно, если посмотреть наши старые видео, здесь можно увидеть красивую гряду гор крымских, но сейчас ничего не видно, все в тумане. Так, пойдем, пойдем, пойдем. Да, кстати, по поводу моих съемок, опять мне написали, что... Я не профессионал, машу камерой. Ну, махала и буду махать. Как могу, так и снимаю. Вы же простите. Ну, когда у меня будет какая-нибудь профессиональная техника, камера, тогда, может быть, и не буду махать. Так, ну, здесь вот ловят рыбку. Люди, не будем мешать. Сейчас мы с этого места покажем наш красивый берег. И красивенное море. А Этуаль хочет бежать. Чайки летают. Эточка, Этась. Ты уже хочешь обратно? Я хочу показать море. Мне главное телефон из рук не выбей, мадам. Бирюзовое море. Такое красивое. Пойдем. Так, женек моя идет, сын. И Артура моего девушка, Ангелина. Ну как, вы, все страшно? Ой, будь осторожна, да, здесь. Я говорю, здесь после зимы, видишь, оно все такое... Вот был второй ярус, да? Правильно? Нет. Нет, здесь были тоже, здесь тоже были... Здесь тоже были просто эти загородочки. Нет, нет. А что капюшон сняла? Это место, где все встречаются обязательно.
И не только. Пойдем, моя девочка, гулять. Гуляйте, побежали, побежали. Побежали гулять. Побежали гулять. Ты хочешь сюда запрыгнуть? Ну, давай вперед. Давай. Ну, залазь. Не можешь ты, Толстопоп. Толстопоп. Нет, туда ходить не надо точно, Тусенька. Пойдем, побежали, побежали гулять. Самое прекрасное время в Крыму. Простите, когда нет отдыхающих. Это настоящий кайф. Ну, много, да, когда людей. Я очень люблю людей, но, понятное дело, я всегда с собакой. И очень люблю, когда никого нет. Побежали, моя девочка, побежали, побежали. Мы ловим кайф. Нам и так с такой породой приходится где-нибудь прятаться вечно в каких-то лесах, полях. Потому что людей, конечно, нужно бояться. От одного внешнего вида нашу бусинку все боятся. Я скажу, и сами вы страшные. Очень хорошая девочка. Нормальные люди, конечно, есть. Слава богу, их большинство. Но встречаются индивидуумы. Поэтому как-то так. Так, давайте покажу вам красоту. Тусечка нам покажет красоту. Скажи, я когда меня купили, меня сразу привезли в Кострополь. И у Эточки нашей, ее дом первый был в Кострополе. Мы с ней здесь жили несколько месяцев, а потом только вернулись домой в Симферополь. Поэтому тогда у нас было только три чихуашки. Рошель, Филипп и Царица. И вот мы все четвером жили у себя здесь на дачке. И Туалька считает это своей родиной. Она всегда очень радуется, когда мы приезжаем в Кострополь. Эточка! И вот сегодня мы, конечно, особо не планировали сюда ехать, но решили, бежит. Заехать. Погода, конечно, ну, ожидаемая. Потому что хочу повториться, что в Симферополе, Бахчисарай, вот сколько мы ехали, в принципе, до Ласпи, солнечно. Местами только был туман. Вот. Но в любом случае мы всегда рады и воздухом свежим подышать, и красоту вам показать, и погулять, и показать вам морька. Сейчас мы дойдем до дикого пляжа, я вам ближе покажу водичку, крымские прелести. Так, ну что, и Туалька уже побежала. И это, еще раз хочу повторить, такая большая редкость, когда нет никого, ни туристов, ни машин. Потому что чуть-чуть бы солнышко, и здесь бы было очень много людей, которые приехали на выходной, тем более сегодня суббота. И это прям вообще какое-то чудо. Сейчас мы спустимся на дикий пляж. Вот здесь, выше в лесочке, если подняться по тропинке, наш домик. Но мы здесь не ходим, потому что у нас Женечка с коляски, поэтому мы ходим в обход. Сейчас мы вообще на машине приехали. Эй, обойди, пожалуйста, милая. Нет. Понимаете, тупые бультерьеры ко мне подошли. В чем они тупые? В том, что они хотят пойти на этот, спрыгнуть, понимаете? Алло, гараж. Как всегда. Ей надо напрямик, она у нее нету, понимаете, обойти спокойно. Вот в чем они. Они очень умные. Но у них нет преград и страха. Ну, правда, она у нас очень боится маленьких жучков. Это у нас есть. Итак, давайте подойдем к водичке. Ну иди, иди, подойди к водичке. Воздух необычайный. Ну, наверное, здесь не буду ничего говорить. Слушайте, просто слушайте. Ни шума машин, людей, а только вода. Так.
это? Она уже убежала. Моя ты милая. Ой, боже мой. Кострополь находится от нашего места жительства примерно в 110 километрах. Вот 110 километров от дома. И вы вместе с нами здесь, в любимом Кострополе. Не надо трогать мой рюкзак. Эточка. Ну, всем скажи привет. Скажи всем привет. Ляля, это мой рюкзак, его не нужно трогать. Хулиганишь, да? Моя курочка. Гав всем. Скажи всем гав, всем привет из Кострополя, скажи. Да, всем скажи гав-гав из Кострополя, любимого. Хулиганишь. Этот рюкзак не твой. Твой рюкзак в машине остался с твоими пипами. Да, с пипами рюкзак остался в машине. Что, не чуешь, что там нет ее? Гав. Хвостик. Залез. Куда вы все залезли, на ребята? Забор. На забор? Страшно. Ты сам как забор. Страшно. Такой высокий еще залез. Эй, Женюш, привет. Передавай всем нашим друзьям привет. Все, кто нас знает, все, кто нас смотрит. Ветерок. Женюша, сейчас помельче. Красненько. Да, красненькая издалека видно. Да, Этушка? Вот. И... Артурчик, улыбайтесь. Улыбайтесь, а снимает камера. Кот тут залез. А Ангелина идет. Возвращается, нагулялась. Куда полез? Чаечка. Чаечка костропольчанка. Камень, с которого в детстве я прыгала, меня папа учил нырять. Да, там под ним очень много камней, но сверху видно, и прыгнуть нужно всегда очень внимательно. А еще этот камень любит чайки. Вот этот. Друзья, это что там? Я слышу такая тишина, что слышу, что-то щелкает. Белка
кушает орешки, смотрите. Вот они падают. Сейчас мне по ногам. Вот упали. Она здесь сидит, вот отсюда вылетают. Я ее не вижу. Вылетают орешки. Она кушает и кидает от шишечки. Значит, где ты? Белок здесь очень много. Кстати, я ее вижу, я ее нашла, но я ее вряд ли вам смогу показать. Сейчас. Вот она. Вот она, видите? Я ее услышала, как падают, как она щелкает и падают эти штучки от шишки. Вот она сидит, лежала. Вот она. Кайфуша гуляет моя. Да, ты туда-сюда бегаешь. Нагуляешься сегодня на свежем воздухе. Ветрище поднялся. Сейчас пойдем там, где нет ветра. Вот. Туман спускается. Не знаю, нудно вам или нет. Я просто иду, кусочками включаю телефон, кайфую и думаю. Кому интересно, тут прогуляться со мной. Кстати, большой привет всем моим близким, друзьям, которые со мной здесь отдыхали в Кострополе, гуляли. Юность наша, молодость, девчонки, привет. Мальчишки и девчонки, и всем-всем, кто проводил с нами здесь со мной прекрасное время. Да. Всем-всем-всем привет! И привет, кто с Этуалькой тут время проводил. Всем привет! Это место называется Крабовые камни. Ну, мы их называем, скажем так, люди, которые местные. Я не могу сказать, что я местная, так как я здесь не живу постоянно, но одно время мы здесь жили практически половину своей жизни, а полгода. Сейчас просто физически не получается. Знаете, кстати, между прочим, за собачек, потому что собачки забирают все мое время, но иногда вот могу себе позволить хотя бы приехать в свое родное место, в котором я практически родилась, прошло все мое детство, юность. Здесь я встретила своего мужа, вот, так что, ребяточки, вот так, мое любимое родное место, мои любимые родные люди. Всем вам привет, кто смотрит мой канал и гуляет вместе с нами. Машина. Машины здесь тоже иногда ездят. Туалька показывает мне, куда идти. Куда ты собрал? Иди ко мне. Ты на, мы на блинчик идем? Этуаль, не надо, пожалуйста, оттуда прыгать. Угу. Иди ко мне. Ко мне иди, Этуаль. Ко мне спускаемся. Давай. Спустимся к водичке. Пойдем. 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 Молодец. Это Аля, любимые места. Что, Ляля моя? Моя Ляля гуляет. Любимые места. Знает. Да. Эй, иди ко мне. Убежала опять. Вот ты чучундра. Кайфуй, девчонка.
Вы здесь даже?